Сегодня в зале администрации района состоялось представление нового начальника образования Кашхабльского района. На мероприятии присутствовали заместители главы района, сотрудники районной администрации и управления образования, начальники управления, директора школ. Глава районной администрации Заур Хамирзов представил присутствующим нового начальника управления образования. Им стала Асят Берзигова, до нынешнего дня работавшая директором школы в ауле Игерухай. Я думаю, мы с вами всегда находили общий язык и всегда найдем. Я первый помощник вам, я, Асят Хамирзовна, надеюсь, вы наведете порядок. Именно с этой целью мы вас назначили. Желаем еще раз успехов. «Я сделаю все, чтобы оправдать оказанное мне доверие», – обратилась к присутствующим Асят Берзигова. «Благодарю за оказанное высокое доверие. Со своей стороны обещаю, что буду делать все возможное и невозможное, чтобы оправдать это доверие. И выражаю также надежду и уверенность в том, что коллеги, меня поддержат во всем». Асят Хамедовна Берзигова родилась 11 ноября 1960 году. Закончила 9 класс Игерухайской средней школы в 1976 году и поступила в Адыгейское педагогическое училище, получив диплом с отличием. Асят Хамедовна продолжает обучение с 1981 по 1986 год в Адыгейском государственном педагогическом институте на филологическом факультете по специальности учитель русского языка и литературы. С 1980 года она начала свою трудовую деятельность в родной школе в качестве учителя русского языка и литературы в начальных классах. С 1997 года заместитель директора по учебно-воспитательной работе Игерухайской школы. С января 2013 года директор СУШ номер 3 АО Игерухай. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Имеет множество грамот Министерства образования и науки Республики Адыгея и муниципального уровня. Замужем, имеет дочь и сына. Асят Хамедовну с назначением поздравил и первый заместитель главы района Руслан Емыков. С помощью нового начальника управления, я думаю, мы проводим все усилия для того, чтобы в корне изменить эту ситуацию. Она требует коренных изменений, она требует кардинальных шагов. Это никакого сомнения не вызывает. Асят Хамедовна, я хочу пожелать успехов, да вы гласили предыдущие, вы прекрасно это знаете, поэтому надеюсь на совместную благотворную работу на благо района, на благо детей. В ходе встречи Заур Хамирзов затронул вопросы, касающиеся повышения качества образования, школьного питания, санитарного состояния образовательных учреждений и трудовой дисциплины.